Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает Вападом. Сегодня я расскажу о прекрасной книге стихов Виктора Лунина. Вы его, конечно, знаете как детского поэта, как переводчика. В эту книгу вошли, кстати, и переводы тоже из его любимого Перси Биши Шелли. Переводы из Шелли составляют органическую часть «Островов». «Острова» вышли в издательство «Вита Нова». И это стихи, условно говоря, не для маленьких, не для малышей. Это тот лирический дневник, без которого не обходится биография ни одного поэта. Просто иногда этот лирический дневник отливается не в книге стихов и не в размеренный поэтический труд, который год за годом сопровождает какие-то жизненные моменты, да, биографии автора. А это какая-то тоненькая струйка стихов, которая, как источник в пустыне, подпитывает душу, живущую совсем другим. Вот призвание Виктора Лунина, да, оно совершенно очевидно. Это гениальный детский поэт. Но, когда читаешь его взрослые стихи, ты понимаешь, насколько его, еще раз вернее, убеждаешься, зная это всегда, конечно, насколько его детские стихи лежат в русле большой русской поэзии. Потому что, конечно, с одной стороны, он и должен черпать из этого источника, ведь он сторонник, скажем так, классического стиха и классической просодии и абсолютно спокойное, равномерное интонирование, да, вот это вот без излишества желание сказать о своих чувствах, оно ему очень характерно. Но с другой стороны, эти острова, это же все-таки отрывочность некая, пунктирность, потому что здесь за много десятилетий собраны в довольно небольшой, но весьма содержательной книге, поэтические тексты. И когда мы ее листаем, мы понимаем, что это действительно путь по пустыне от источника к источнику. Какие-то моменты, которые нам показывают, чем живет душа. Чем живет душа поэта? Напряженный лирический труд. Вот чем живет душа поэта. Но это все высокие слова. А если посмотреть тексты, то тексты будут гораздо живее, чем эти пафосные слова, и гораздо интереснее. Здесь есть стихотворение, упоминаемое в предисловии. Это замечательный совершенно людоед. Вот, написано белым стихом, посвящено демонстративно Сергею Михалкову. И очень многое говорит, точнее намекает на очень многое из истории нашей Родины. Обойдемся этими мягкими словами. Потому что, конечно, автор все это видел. Может быть, колеса истории прошлись не по нему непосредственно, но он все это наблюдал. И, конечно, это все отразилось. Вот людоед, да? Здесь есть лирические зарисовки буквально в несколько строчек, которые очень-очень здорово передают именно состояние души поэта, которое, в принципе, должно было бы стать отдельной темой в книге стихов или отдельным мотивом в поэме, да, но не стало, потому что все ушло в разговор с самыми благодарными и самыми важными, как я всегда говорю, читателями, с маленькими-маленькими любителями поэзии, с теми, кто только-только начинает рифмовать и запоминать слова. Здесь есть потрясающее стихотворение с названием «Детское тепло», и это именно вот те слова, которые передают всю суть... Всю суть детской поэзии. Здесь есть стихотворение, вот я как раз сейчас ищу его, посвященное музыке Моцарта. Вообще, надо сказать, эти стихи очень музыкальны. И вот этот простенький такой шедеврик, да, такой маленькая штучка на два четверостишия, это совершенно замечательная вещь. Называется «Соната Моцарта». «И снова Моцарт мне дарит спокойствие и чистоту, и веселит мой грустный быт, и тает мятую во рту. Я напоен, заворожен душой земной и неземной. И, кажется, уходит сон, так много лет владевший мной». Это очень точно сказано. Потому что пробуждение – это и есть музыка. А музыка – это и есть пробуждение души. Без образов. Речь не идет о так называемых программных музыкальных произведениях, за которыми ты обязательно видишь то, что аккуратно вписал под тональностью, ритмом, да, и номером опуса композитор или его последователь, какой-то наследник, да, или интерпретатор. Да. Это не те сюжеты и картины, это именно картины эмоционального мира души, которая и запечатлена музыкой. Музыка лучше из всех видов искусств, именно это и запечатляет. Вот здесь пробуждение души в этой крохотной сонате Моцарта, имеется в виду стихотворение соната Моцарта, оно описано очень здорово. И тает мятую во рту, это тоже очень личное, поскольку у каждого свои абсолютно цветовые, вкусовые музыкальные ощущения, да? И здесь это показано как нельзя лучше. Рядом стихотворение, которое остается заглавным для книги, несмотря на то, что я уже пересказал свою интерпретацию, стихотворение «Мы острова» — это совсем по-другому звучащая мысль книги. «Мы острова,
затерянные в беспредельном мировом океане. И найти нас так же трудно, как понять, что такое вечность. Но сами мы друг друга находим. Находим всегда. Находим с той же точностью, с какой перелетные птицы, возвращаясь из дальних странствий, отыскивают свои гнезда. Свойство это живет от нас от века. И никто не отнимет его у нас, пока глаза наши видят, сердца бьются, и в душах живет любовь. 1981 год. Это стихотворение как бы символ веры. Символ веры человека очень чистого, очень светлого и обладающего, безусловно, чутьем к слову, поскольку здесь сказано вроде бы очень банальная вещь, но сказано так, что лучше и не повернешь слово, не выкинешь ни одну запятую, не заменишь ни один эпитет. Потому что именно с возвращением перелетных птиц и хочется сравнить движение души. Оно столь же непостижимо и столь же точно, несмотря ни на какие погодные условия, природные условия, исторические условия. Вот. Здесь есть все в этой книге. Здесь есть лирическое откровение, здесь есть бытовые зарисовки, здесь есть желчные двустишие, которые, значит, носят на себе отпечаток дуэльной перчатки, да, то есть вот такие вещи, да. Здесь есть заметки, наброски, здесь есть, как я уже сказал, прекрасные переводы из Шелли. Читайте «Острова» Виктора Лунина, это действительно лирический дневник поэта, который всю свою душу, все свои силы отдал детям, но не переставал быть при этом замечательным русским поэтом. То есть он все время вел вот этот дневник, вот эта вот ниточка строилась, вот это вот стихотворение продолжались. Книга производит очень благоприятное впечатление, ты просто чувствуешь, что перед тобой очень добрый, очень хороший человек. Вот такая книга. Издательство «Вита Нова». Читайте, наслаждайтесь. Стихи – это прекрасно.